Очень тяжело, да. Некоторые краски есть, вообще не оттирается, приходится закрашивать их цвет детали. Больше никаких надписей и непрошенных рисунков. Детскую площадку на улице Аптечной вблизи дома номер 7 тщательно отмывают, чтобы после всеобщей изоляции дети смогли вернуться в обновленный двор. Маркера, вот что вот здесь написано, они собираются только растворить. Это далеко не все работы. Сотрудники ремонтируют качели, приваривают урны, очищают площадку от мусора. Приводят игровое поле в порядок в рамках месячника по благоустройству, который проходит в Химках каждый год. Весь апрель коммунальные службы города приводят в чистоту и порядок улицы нашего города, дворовые территории и наводят порядок возле памятников. Сегодня в городском округе более 500 площадок. Коммунальщики обещают все их привести в надлежащий вид. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.